Здравствуйте, ребят, с вами Сергей, и я вам хочу показать, что было сделано опять за небольшой промежуток времени. Как я уже в предыдущем видео вам говорил, что будет устанавливаться рулевая рейка с Volkswagen. Вот я ее поставил, сейчас поближе подойду, покажу, как мне тут все сделали. Вот он, угловой редуктор на ЛОАЗе с транспортера Т2 Volkswagen. Тут вот сделали мне такой вот уголочек. Вот она. Приварили мне к лонжерону. Вот. Еще не успел обработать. Карданчики тоже с Volkswagen Гольфа 2. Вот она, трубка пошла. Вот она пошла, пошла. И входит у нас в рулевую. Стяжки еще не ставил пока на пыльники. Вот. Поставлю пыльники атаки. Вот она, рулевая рейка. Стоит на балке. Ничего не задевает, все мастера вывели. Отлично. Вот. Классно получилось. Но могу сразу сказать, пока я его от мастерской догнал до места гаража. Сейчас я вам покажу еще отсюда. До места гаража. Блин, рулится он классно. На руль отзывается прям четко, сразу же. Очень понравилось мне. Прям вообще. Совсем другая машина стала. Очень доволен вот этой переделочкой. Вот. Рулевые наконечники. Короче, вообще все супер стало. Вот сейчас там пыльнички поставлю, все это сделаю. И будет отлично. Под капоткой сделано. Вот он. Рулевой вал идет. Вот он. Родной. И вот здесь вот состыковано с карданчиком. Ну как уже выше там на драйве есть. Вот руль с Opel стоит на нем. Так что, ребят, подписывайтесь, не переключайтесь. Будет много интересного. Машина собирается потихонечку. В зиму планирую набрать денег на краску. Покрасить его по весне. Поставить дисковые тормоза в круг. Пластины нужны только мне. Потому что уже суппорта, ладошки, все это есть. Восьмые. Нужны, да, пластины мне переходные и сами, блины, тормозные диски. Ну, диски-то, я думаю, не проблема найти. По разборкам поездить можно найти хорошие. А вот с пластинами хреново. Придется заказывать где-то в интернете. У нас нет ЧПУ станков, кто может сделать. И все. Так что всем бай. До скорых встреч. Следите за моим каналом.